нас резануло задний левый привод. Мы не сразу разобрали, что произошло. Ну, я понял, что с трансмиссией что-то не так. Поэтому на этом коротком участке так много проиграли. Потом я понял, ну, когда мы посмотрели, что это привод. И поехали настолько быстро, насколько было возможно, на трех приводах при такой трансмиссии. За победу не побороться уже, но, как обычно, сейчас починимся и будем стараться завтра очень быстро ехать и прорываться вверх по таблице. Сегодня топливная система у нас. А и также, причем, началось на старте спецучастка, как вчера привод. На старте Железова просто чик, и загорелись лампочки. Не нашли еще проблему. Всю секцию диагностировали, скажем так, машину. Что-то там перетыкали насосы один другой, провода, датчики. Проблема не ушла вообще никак. Сейчас вот осталось пара моментов, которые надо попробовать. Ну, то есть, как бы, проблема от нас не уйдет. Ну, время, к сожалению, потеряно.